Сегодня 24 ноября, день вашего уникального таланта. Напишите, что вы умеете делать лучше всех. А с вами «Сильные новости», рубрика «Короче». Поехали! А как выпускаете пар вы? Молодой гамильчанин пришел в гости к своему другу. Сидели, выпивали, в какой-то момент разгорелась ссора. Но вроде все закончилось мирно. Хозяин квартиры пошел спать, но его компаньон затаил обиду. Он стал выбрасывать в окно вещи, посуду, стулья. В окно полетела даже створка от рамы ПВХ. И все это добро полетело на припаркованные машины. На суде парень свою вину признал и сказал, что таким образом искал эмоциональной разрядки. Теперь ему придется заплатить 840 рублей ущерба и 1540 штрафа. А помните фильм «Армагеддон»? Дон с Брюсом Уиллисом. Примерно такой же фокус хотят провернуть НАСА вместе со SpaceX. Они запускают тренировочную миссию, чтобы сбить астероид и тем самым спасти Землю от потенциальной угрозы Армагеддона. Космический корабль в эти минуты уже направился в космос, а в качестве объекта специалисты выбрали небольшой астероид, который не представляет опасности для Земли. Хьюстон, у нас проблемы. Криминальные хроники. В Орше задержали мужчину, который вывозил в Москву молодых парней для занятия проституцией. Сам он живет в российской столице уже около 5 лет и предлагал потенциальным кандидатам заработок в $1000, комфортные условия проживания и полную анонимность. На это откликнулось 2 жителя Бреста. Они встретились в Орше, чтобы отправиться в российскую столицу, но по дороге автомобиль остановили и работодателя повязали.